Хорватия против Греции. Борьба стихий. Яркая и мощная хорватская атака против традиционно крепкой еще с рихагелевских времен греческой обороны. У хорватов довольно серьезный перекос в сторону креативных игроков. В обороне же, в общем, состав исполнителей значительно хуже. Поэтому у греков есть шанс огорчить соперника на контратаках. Сами хорваты все-таки хоть один-то гол на своем поле, даже и греческой обороне, забить должны. Ставка «обе забьют», которая, кстати говоря, оценивается очень высоко, мне в этом матче, как ни странно, представляется довольно вероятно. Ну, тут больше, конечно, будет зависеть от греков, но я верю в хорватскую оборону. Она обычно не подводит.